Доброе утро! Доброе, дорогая! Меня зовут Милли. Обычная, скучная девчонка. Классное платье. Уцененка с распродажи? Школьной звездой меня не назвать. Выпускной уже в выходные. Красавчик Букер тоже там будет? Да и мальчики на меня реагируют странно. Если бы это был фильм ужасов, меня сто пудов убили бы первой. А вот и стрёмный мужик в маске. Я же говорила. Но кажется, что-то пошло не так. Где я? Меня не убили. Ой, мамочки, что у меня с голосом? Я очнулась в теле маньяка. Новые жертвы Блисфилдского мясника. Только не ори. Ты черная? Беги! Нам точно крышка! Ау! Прекрати, это я, Милли! Справа, слева, зажигай, хвосты кверху, Блисфилд хай! Твою ж мать! Мало того, что этот псих украл мое тело, так он и выглядит в нем убийственно. Как волк в овечьей шкуре, скольких он еще убьет? А это точно безопасно? Нет. Божечки, да тут бойня какая-то. Если я через 6 часов не вернусь в свое тело, то навсегда застряну в этом. Резче давай, мне отлить надо. Однако у этого тела есть свои плюсы. Простите, сэр, не хотел вам помешать. Уф! Нравится? Ты пожалеешь, что на свет родился гаденыш прыща. Серьезно? Ты описался? Да! О, что это на мне? Между прочим, потрясно выглядишь. Помогите, спасите, Блисфилдские мясники! Давай, 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 давай! Ну супер, нас убьет Барби-маньячка. Хочу тебя убить. Пора остановить этого урода. Мы с тобой. Верни мое тело. А ты забери. Дичь. Я знаю, что выгляжу как мясник, но это я, Милли. Он чокнутый. Букер, посмотри на меня, пожалуйста. Букер! Завались, сучка! Букер, спаси меня! Заткнись, овца! Букер!